Добрый день, дорогие друзья! Вы уже, наверное, догадались, что мы совершили наш семейный домашний обряд. Сначала съездили за кофе, а потом отправились на эстет-сейлы. Сегодня у нас их будет 3, так что слушайте и внимайте. Вот эту фигурку я сразу же взяла посмотреть, потому что она очень была похожа на немецкий фарфор, но это не немецкий фарфор. И по первой же фигурке стало ясно, что ничего особенного и ничего дорогостоящего в продаже мы сегодня в этом доме не найдем. Но давайте все-таки попытаемся и присмотримся к вещам, которые здесь есть. Я подхожу к этому удивительному столу, глаз у меня загорелся, первую фигурку, которую я взяла в руки, я думала, что она Хамель. Хамель — это вообще Германия, но посмотрите на качество этой фигурки, посмотрите, какая она кривая, то есть тут не нужно быть суперспециалистом, чтобы понять, что это жалкая подделка на бесподобный оригинал. Также с этим клоуном, я подумала, что это Ладра — это Испания, но это тоже, к сожалению, подделка. И здесь меня заинтересовала вот эта фарфоровая коробочка. Я сразу же увидела клеймо Каподимонте. Каподимонте – это Италия, это итальянский фарфор. И мне очень понравился мотив, рисунок на этой коробочке, так скажем. Светский мотив, мне он очень понравился, я решила проверить, и действительно это Каподимонте, ручная работа, вручную расписана, и я решила ее взять. Следующее, что я взяла в руки и не ошиблась, это прекрасный ирландский фарфор Royal Tara. Он не старинный, он более современный, но качество этого фарфора отменное, просто превосходный, легкий, очень прочный, тем не менее. И этот набор, состоящий из 4 чашек с блюдцами, 4 десертные тарелочки, чаша для сахара, сосуд для сливок и тарелка сервировочная большая, мы все это собирались приобрести за $28. К слову, в продаже тарелочка с блюдцем колеблется от 12 до $15 одна пара. Но вы можете нам не поверить, но это факт, что-то пошло не так, вселенная решила наверняка нам помочь, и бабуля нам насчитала за весь этот фарфоровый набор $7.50. Она сказала, что сегодня у них какая-то распродажа, хотя какая там была распродажа, непонятно, это был первый день, распродажи в первый день не делаются. И, в общем, да, нам посчитали этот замечательный набор Royal Tara за $7.50. Спасибо большое работникам этого эстет-сейла. Я взяла в руки вот эту замечательную красивую чашечку, проверила ее на скол, и мне показалась она очень красивой. И тут я посмотрела, что цвета-то вроде похожи, а клейма у блюдца и у чашечки разные. То есть я чуть не попалась, если бы не посмотрела на клейму, взяла совершенно из разных наборов чашку и блюдечко. Поэтому я оставила и не стала дальше ничего смотреть. Собственно, в этом доме больше смотреть нам лично, нам с Сашей, и нечего было. Все остальное – это мебель, кухонная утварь, постельное белье и так далее. Как вы уже знаете, мы не обращаем внимания на такие вещи, но давайте я проведу вас по дому. Достаточно скромненький, мебель вся тоже скромненькая. Собственно, по первой же фигурке здесь было ясно, что жили не богачи, но тем не менее дом уютный, очень симпатичный. Какая прекрасная здесь мансарда, она еще больше, чем сам дом, уверяю, и какой-то совершенно невероятный вид с этим прекрасным большим бассейном. Супер!
Ну что ж, мы, собственно, пробежались быстренько по всему дому. Нас ждут еще впереди два сейла. Мы взяли то, что хотели. Вот этот набор Royal Tara ирландский. Вот эту коробочку фарфоровую Capo di Monte Италия. За все про все мы заплатили 7,5 и 5 долларов, 13,5 долларов. Вот эта бабулечка, которая помогает мне все упаковать, собственно, и насчитала нам такую прекрасную цену. Едем дальше. У нас были большие надежды на второй стет-сейл, потому что мы видели там прекрасные вещи некоторые. Как видите, здесь снова нужно записать себе в список и потом по номерам вызывать людей внутрь дома. Настроение у всех прекрасное, никто не толпится, не ругается, все смеются и радуются друг за друга, если кто-то что-то нашел. Вы же слышите, это чудесное настроение, я обожаю эту работу. Мне приглянулась вот эта тарелочка для лобстеров и крабов. Она, естественно, не фарфор, это, скорее всего, какая-то керамика, но она чудная, просто удивительная. Саша нашел еще одну тарелочку с хорошим клеймом. Скорее всего, это Франция, и, судя по всему, это Лимож. Оттенки, вот, они очень любят витиеватые ободочки на тарелках, и мы решили взять. Я думаю, что это все-таки Лимож. Бижутерия чудная была в этом доме. Ее, конечно, не сравнить с бижутерией из прошлых наших выпусков, вот, но я тоже небольшой поклонник бижутерии, поэтому ничего себе не взяла, хотя руки тянулись. Также здесь были монеты. Различные украшения для елки. Посмотрите, какие чудесные просто паровозики. Написано, что это Рождество 2014. Судя по всему, они коллекционные, но я в них не разбираюсь, поэтому не решилась их взять. Вообще в этом доме было достаточно суетливо. Было очень много людей, все бегали, суетились, и дом, собственно, был большой, и я бы даже сказала, слегка захламленный, такое ощущение, что там просто вот все, что не нужно, поставили, расставили, раскидали по кроватям, и, собственно, создавалось впечатление какого-то хаоса. Я нашла прекрасную картину, висящую на стене. Она стоила всего 10 долларов, но посмотрите, какая чудеснейшая работа. Это масло и холст. Вы видите эти мазки, они прекрасные, компактные, очень милая картина с хорошей деревянной оправой, сделанной в Мексике. И я влюбилась сразу в эту картину, я ее забрала, потому что цена прекрасная, в продаже она может стоить и дороже. Также меня заинтересовали эти тарелки. Судя по клейму, это Чехословакия, это винтаж. Меня они заинтересовали только потому, что были слегка необычной формы. Это восьмиугольник и вот эта чудесная птица. Я решила их взять за 4 штуки 8 долларов. Это хорошая цена. Идем дальше. Thank you.
руки сразу схватили мои любимые кристаллы, это конкретно кристаллы кварца, я коллекционирую такие вещи. А также мы взяли для дома много-много разных венков. Это мое хобби, вы уже знаете, в первом выпуске я рассказывала вам о том, что собираю различные веночки для дома. Мы расплачиваемся, на этом все, и едем на третье эстаце. Друзья, напоминаю вам, что у меня есть свой Инстаграм, там вы можете посмотреть все вещи, которые мы покупаем на эстацелах, за сколько мы их продаем и продаются ли они вообще. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой Инстаграм. Мы встретили нашего знакомого дедушку. Вы наверняка его помните, он был в прошлом выпуске в желтом дождевичке. Сколько вы купили ее? 200. I should do something like that for this way when I'm out here, because that would be, you know, you want to speak. Let's like Warner Wolf. Let's go to the videotape. Yeah. Yes. That's a good idea. Thank you. Он очень классно, он поднимает нам настроение. И, собственно, сейчас он нам сказал, что он хочет такую же себе камеру и процитировал что-то из песни. Друзья мои, сейчас приготовьтесь к шику, блеску и красоте. Я не шучу. Я даже говорить здесь ничего не хочу. Вы просто посмотрите на это и поймете, почему тут без слов. Это просто что-то невероятное. Я влюблена в эти статуэтки. Это Капо ди Монте, это Италия. В коллаборации с Джорджио Армани. Цены заоблачные, но поверьте, каждый цент стоит этого. Третья фигурка просто покорила мое сердце. Я мечтаю иметь себе такую же. Да посмотрите на то, как обставлен этот дом. Дальше снова без слов. Ничего не купили здесь, но насладились по полной программе, ребята. Иногда нужно просто бывать в таких домах, смотреть на эти прекрасные вещи, чтобы развивать в себе вкус, а также радовать и вас, мои друзья. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас лайком, подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы!